Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. Вес Кроссови на связи, а мы... Чего? Он сказал, что я его заебал. Я ничего, я даже не тронул еще. Я твоих родственников, возможно, в предыдущем эпизоде в конце в яме заебал, да, но не тебя же. Сказал, заебал. Вот слышишь эту тварь виндиговскую? Она уже научилась Нет, виндики умеют пародировать. А, в общем, Shadow of Tomb Raider, Лара Крофт, расхитительница гробниц, гробная задница с виндиками. Погнали. Че? Распинаюсь. Записываю все подряд, кстати, да. Они тут бегают над нами. Глазми. Ну а теперь-то что? О, великий механизм. Оно должно еще вращаться. Должно, но не обязано. Если вода тут должна проходить, то и я пройду. А может, не пройдешь? Я сегодня запишу, наверное, больше эпизодов. Потому что очень много контента. О, здрасте. Четки монахи Бригитки. У этих четок 6 декад вместо обычных 5. Очень красивая версия четок монахинь Бригиток. Кажется, на них что-то выгравировано. Андрес Лопес? Персональные четки католические. Если что, на каждой декаде, вот декада это что? Это кружочек, изображающий конкретную религиозную сценку. Вот видите, вот сейчас покажу. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Но вот это необычно, это скорее всего кадила. Вот это уже отдельно, это не является декадой. То есть декада только находится на непосредственно на цепи. Я ненавижу религию, но надо понимать своего врага в конечном итоге. Что-то мешает. Что-то блокирует механизм. Да вижу. Да, он сама сломается. Надо самой его повернуть. Да ну, а то мы не знали. Ну вот. Теперь плыть можно. Мне не нравится разнообразие тоннелей здесь. А где? Лара, спокойно. А, вижу. Доплывем, не переживайте, у нас дыхание аллигатора. Мы теперь можем еще дольше плавать. Спокойно. Ты у меня дыханием аллигатора владеешь. Ну, пока впереди документики, будет технически все поспокойнее, наверное. О. А ну не бегайте. Без даты.
Странные воины гнались за нами по пещерам. Mm-hmm. Мы двигались быстро. Слишком быстро, чтобы можно было что-то подробно описывать. Большинство солдат погибло в бою. Они дрались храбро, но враг был сильнее и многочисленнее. Понятное дело. В конце концов, Лопес, я и единственный выживший солдат добрались до величественного храма. Даже не представляю, как людям удалось построить такое здание под землей. Путь нам преградила тяжелая дверь. Лопес, задыхаясь, хриплым голосом приказал Пересу, последнему конкистадору, прикрывать его, пока он занимается механизмом. Дверь начала открываться. Но наша радость по поводу этого успеха была омрачена предсмертными воплями Переса. Я слышу их до сих пор. Зато хотя бы он дверь открыл. Главное, чтобы со спины... Это механизм был. Был механизм. Вот видите, я ненавижу этих Винтига. Люто ненавижу. Эй, ты же на колях была. Первое декабря 1603 года. Посреди ночи меня разбудил странный шум. Лопес по-прежнему смотрел на костер, от которого оставались уже только угли. Я спросил у него, слышал ли он этот шум, но он только что-то буркнул в ответ. Я набросил ему на плечи одеяло и снова развел костер. Затем я сел и прислушался. Издали доносились вопли и шипения, искаженные лабиринтом пещер. Но за этими звуками слышалось слабое гудение. Я уже слышал что-то подобное раньше, но очень редко, и только во время молитвы. Это было похоже на глаз Господа. Да, Виндиго, наши боги. Чего ты боишься, то и твое божество, да? Тот все еще валяется, но с него ничего не возьмешь. Фоткай, фоткай. Ты посмотри, что за этой дверью? Арт-заставка на пизду. Да ничего! Нахрена ты это сделала? Она сама, если что, обрезала. Я ничего и не говорил, Билл. Знаете, это очень напоминает приют Мойры из Тифа. Так, открывается только по ту сторону. Тоже по другую сторону открывается. Я слышу их. Они здесь, все до одного. Ларец может быть здесь. Нет, он не здесь. Это всего лишь дверь. Ишчель и Чакчель защищают ларец. Если это имена этих больных ублюдков, то да, их можно так назвать. Это добавить.
Если оно там было не одно, то я хочу хотя бы быть уверен, что от этих тварей я и ничего не оставлю. Нет места. Ничего не могу взять. О. Да, они будут по всему периметру. Это хорошо. Еще один остался где-то. Давайте я смотрю. Может, он сразу здесь где-то на фоне? Подождите, может быть, это он был? Нет, все же дверь. А вот тут это мне надо. Золото, золото, золото. Это сберу. Нет, я знаю, что это не золото, но все же. Было бы здорово поплыть у него под ногами, потом как-нибудь вытащить. Было бы забавно. А я его от работ, наверное, оторвал. У него, наверное, задача входила здесь все облагородить. Все украсить. Они сейчас будут выскакивать. Есть еще желающие? У меня Дарпаша на всех хватит. Я гребаный Ракун Сити проходил во всех вариациях с Дарпашом. Ничего, выжил. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Спасибо, Лара. Твой трезвый подход мне очень нравится. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Так, это его не открывает. То есть Дарпаш работает не на все. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Знаю, Лара, знаю. Но тут арена, значит, будет битва. Вот. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Давай-ка сначала соберем-ка все. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Там. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. И вон там еще. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Вижу. Попал. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Так. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Мне нужно как-то колесо освободить. На цепи, что ли, получается, мне как-то пролезть? Навряд ли она не дает даже лезть. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Этот зацеплен там. Ладно, идемте дальше. Нужно, в пещеру чудес. На колесо. Пещера чудес. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да, 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 Лар, я слышал, спасибо. Я ищу способ забраться наверх. На колесо.
нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да-да-да, Лара, я слышал. А я ищу способ, как эту штуку вообще повернуть. Нет. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. А, ну есть мосток, прекрасно, идемте по мосту. Кто еще? А, кстати, можешь его обл... Ладно, облутаем почти побольше, но сначала эту штуку повернем. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Это прямо... Я, походу, разобью это на несколько эпизодов. Потому что мне нужно сначала как-то туда залезть. Ну, чтобы уж наверняка. Иди сюда. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Черт, я не упустил. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Ладно, я его сам пробью сейчас. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Все видели тут тварь там? Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Хорошо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Где ты? Я тебя видел! Не смей говорить, что тебя тут не было. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Это будет нервный, несколько эпизодов. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да, Лара, я слышал. Про твою нужно, чтобы вода лилась на колесо. Я все это прекрасно слышал, спасибо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Да. Мы это все слышали. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Я пытаюсь их высматривать. Где те еще твари? Вижу одного, там лазает. Один с факелом бегает. Умеет нагнетать твари, зараза-то. Респект. Да, сойдет. Осталось чуть-чуть. Вы отлично подходите для фоторежима, сэр. Подождите, пожалуйста. Вот так ровно постойте. Смотрите. Какой хороший вендиго. С рожечками. Индус, наверное. Мультикультуризм. Откуда они все прут? Да без вопросов! Ах ты, зараза! Кто? Какая тебе шакалака? Давай, есть. Да, стань тут видя, не видишь, я тут занят. Вот тебе. Я сейчас стрелами их. Учись, как это делается. Ой, зараза. Давай, есть. Тут еще один стрелет, я завидел. А-а-а!
Уйдите, сэр, вы меня достали. Так, все. Ну все. Теперь дробаш, только дробаш. Ну ладно, не только дробаш. Это я соврал. Они, походу, сейчас будут лезть только в путь. Теперь мне надо на ту сторону. Мне не нужно ничего там перезапускать, перезаключать. Да вроде нет. Ну и трупик надо облутать. По-хорошему, если уж на то пошло. Бегают. Знают, кто идет. А я им с этим подсоблю. Итак, товарищи тунеядцы, дети бесхозные, недоделанные. Лара Крут здесь вам все переломало. Там тоже надо было ломать все, да ладно. Ломаешь, не переломаешь. Правильно, Лара, завяжи косичку. Это же самое главное. Я ни хрена не вижу, поэтому буду и так, и так смотреть со всех сторон. Вот тут мы были. А они тут везде ползают, бегают, лазают. Уходят, наверное. Какое животное без обнюхивания? Да не одно. Я, наверное, думаю, что за идиот? Ему же в другую сторону надо. У них такие местные дома, неудивительно, что они одичалые все. Давайте, одичалые, вылезайте. Уложу быстро. Ипотеку уплачивать не надо будет. Какой еще самбао? Откуда стреляешь? А, вижу тебя. Вот, поплавай. А этот где? Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Теперь отсюда полезет. Давай, самбука. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Дробаш против сам... Ага, вижу. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. А этот рядом звучит. Я слышу их звуки. Они рядом. Давай, спускайся. Он надо мной. Нужно, чтобы вода лилась на колесо.
Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Вот понимаете, насколько я ненавижу этих гребных Виндиго. Хорошо, это обнадеживает. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Тебя обнадеживает, а меня бесит. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Видите, они там юкшаются, все бегают, бегают, бегают. Их там тонны. И хрен подстрелишь. Ладно, они думают, что я пойду сразу к двери мне, а не закрыты все. Не поворачивается. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Ясно, идемте делать прочистку труб местных. Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Достань и не смей убирать. Ты не в том положении. Чтобы у этих... Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Замуровали, тотально, капитально замуровали. Кто будет в этот нужно, раз? Чтобы вода лилась на колесо. Достала, молодец. Привет, Виндиго! Скучал по мне! Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Я слышал тебя! Где ты? Вот-в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 от-
вода лилась на колесо. Где? Тут еще один бегает, я слышал его. Или я все собрал? Нужно, чтобы вода лилась на колесо. Какой еба? Я что, попал в царство гопоты? Все. Так, Виндиго, я с вами уже разобрался. Я прибил сотню ваших. Пожалуйста, не лезьте. Хотя? Нет. Не-не-не-не. Не зашли. Святая земля. Ну то, что им нельзя заходить, это не значит, что они могут стрелять. Так, 25 минут, ладно. Спасибо. Эти фигуры, они как те существа, только красивые. Оскорбила. Я Ашиль, богиня защиты. Угу. Серебряный ларец Ишчель
выковали в раю и принесли на землю. Существа создали ларец. Ну да. Ни ложные боги, ни фанатики не смогут пройти. Они охраняют его. Вот почему они так на меня кидались. Ларец прибудет здесь, пока солнце не родится вновь. Здесь. Значит, он здесь. Не факт. Лопас же пробрался, как ни крути. Так, арт-заставка найдена. Затмение и цапля. Татуировки на руках Унрату. Но где же ларец? Где-где? Спёрт! О нет, фаршок. Это, если что, конец света. Спокойно, леди, спокойно. Добрый день, не до вас нам сейчас. Давай, 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 давай. Yes. Гробное племя, племя каннибалов. Бегом, бегом. Добрый день. Я всего лишь вошел в храмушек. Зачем нам? Не говори. Бежим только в путь. Привет, 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 привет. Спасибо. Пока. С пустыми руками. Ну, мы хотя бы знали, что ларец здесь был. А вот в это я не поверю. Хотя если там воздушного кармана нету. Здесь уже должно было быть заполняться-то. Заметьте, вода была на этом уровне. А сейчас она здесь. Если бы это был закрытый воздушный карман, это бы работало. Но сейчас этого не может работать никак. Сейчас оно не может никак работать. Мы слишком высоко поднялись. Вот здесь разработчики дали дубу с физикой. Кстати, забавно, что вроде бы они не должны были туда заходить, а вбежали, когда дверка упала. Может, они боялись дверей? Это многое, кстати, объясняло бы. Типа, у них аллергия на знаки. Так. Все забрали, все забрали. Перепроверяем на всякий случай. Ладно, идемте обратно в Пайтити Сити. Наконец-то добралась. Угу. Наконец-то добралась. Я, походу, сделала столько раз заставок только вот за эту серию на следующий эпизод. Нет, ничего не могу взять. Походу, мне сегодня 4 эпизодов записывать хватит.
То платье, что у меня прямо нервишки сегодня уже окончательно растрепались. Сюда, что ли? Ага. Нет снаряжения. Для лазания по нависающим стенам требуется альпинистское снаряжение. А где мне его найти? Я... Дайте угадаю, я его сейчас здесь найду, да? Я не могу выбраться, пока у меня нет альпинистского снаряжения. Я бы даже не обратил внимания на эту дырку. Я думал, это обычный сталагмит. Пригодится. Мне не нравится их звук. Мне очень не нравится звук этих маньяков. Чтобы закрепиться на нависающей стене, прыгните и нажмите X. Чего мне кажется, это сделано намеренно для одной лишь конкретной сцены. Дамочка, вылезайте, мы вас ждем. Я на секунду подумал, что вот эта штука — это она. Но это оказалось не она. Это хорошо. Так, я тут все собрал. Ну, вроде как, да. Ну и прекрасно. А то я нервишек за эту запись я порядком себе испоганил. Ну куда? Вверх, вниз? Ага. Ну а теперь давай полазаем по нависающим стенам. Надеюсь, нам не нужно будет сражаться с Виндиго на откосной стене. Они издеваются. Давай, залезай. Да. Да. Ничего не могу взять. Все ты можешь у меня взять. Нет у нее места. Фу, дробаша у меня нету. Почти что. Так, давай, выбираемся поскорее. Возвращаемся в этот Пайтити. Адское местечко. Почему мне кажется, что мы эту королеву всех маньяков еще встретим? Нет.
Придется прыгать. По-другому никак. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо. Как далеко мы прошли? Не шибко-то далеко. Но если повезет, выйдем пойти к обеду. Правда, я не знаю теперь, как мне до тут добираться. Хотя вот тут полно всего. Может, тут есть какие-то тайные ходы, которых я пока еще не видел. И реально вот эти артефакты. Мне артефакты больше всего интересны. О, подожди, ты со мной. Теперь только одна дорога вниз. Это, наверное, та самая затопленная часть пещеры. Вот я понимаю, куда мы плывем. Да. Спокойно, Лара. И туда плывем, не оглядываемся. Просто плыви прямо. Мы уже бывали в этой зоне. Если бы тут было бы хоть что-то, да, на секунду приличное для нас, мы бы здесь давно бы все забрали бы. Я уверен, что здесь ничего не осталось. А если что-то осталось, я буду потом беситься, что я... Я не припомню здесь вот этого прохода. О, но так или иначе, мы с вами вернулись сюда. Поэтому давайте на сегодня закончим. Эпизод вышел реально жестким. Настолько жестким, что я уже не знаю, как на него реагировать. Ну, я надеюсь, что вам было весело, ребят. Мне лично было очень. Неделька была достаточно жесткой. Так что... лайк, комментарий и подписка по стандарту. И спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Ну и, конечно же, доброго всем вечера, дня, обеда, утра. И не забудьте посмотреть предыдущие эпизоды. Ссылочки на плейлист будет вот здесь высвечиваться, а предыдущее видео вот здесь. Ну и подписочка вот здесь. Кружочек, наверное, не будет видно из-за таких вот старых идиотов, которые замедляют YouTube. Но если наведете точно под моей вебкой, вы его нащупаете мышечкой, ну или пальчиком, не переживайте, оно там будет. Что ж, всем скорой встречи, всем пока, удачи, увидимся. Ёбаный Виндиго.